Добрый день! Мы продолжаем серию видеообзоров компании Космотрейд. Меня зовут Конев Виталий. Я являюсь специалистом-подологом в сфере подологии уже на протяжении 9 лет. И также работаю как методист в компании Зюда. Сегодня мы поговорим о подологии. Профессия подология пришла из Европы, конкретно из Германии. Данная профессия подразумевает решение проблем, связанных со стопой. В первую очередь, это работа с синдромом диабетической стопы, с людьми, у которых сахарный диабет, а также совместная процедура, совместная работа на восстановление стоп вместе с ортопедом, хирургом и дерматологом. Для подолога, что самое главное, иметь. Это оснащение кабинета профессиональное, чтобы оно было удобное. Удобное в первую очередь для специалиста-подолога и, конечно же, для клиента. Потому что процедуры бывают проходят не по 40 минут, а по часу и по 2 часа. Итак, что должно быть из оборудования в профессиональном кабинете подологии? Первое – это кресло. Кресло должно обязательно иметь регулировку по высоте, наклон спинки, наклон угла сидения и также самое иметь возможность съемные раздельные подножки. Для чего? Потому что у клиента или у пациента бывает не две ноги имеют проблему, а одна. Также должен быть обязательно рабочий столик специалиста, где будет располагаться самое необходимое, это лампа-лупа, собственно, аппарат для проведения процедуры и иметь возможность ящики, где будут располагаться у нас уже непосредственно инструмент для работы. Также именно ящик, где будет располагаться расходный материал. Данные тумбы есть разные модификации, то есть в данном случае это у нас модификация моноблок, состоящая из одного блока, есть расширенная двойная тумба, где идет непосредственно два моноблока. В идеале иметь лучше столешницу, сделанную или из камня, или уже непосредственно из материала, который не будет пачкаться и не будет мараться от размягчителей, кремов или других каких-либо кислот. Вот. Конечно же, в дополнение я рекомендовал бы, чтобы имела дополнительно тумбочка для продукции отдельно стоящей или каких-либо манипуляционных предметов. Но мы хорошо понимаем, что ни один кабинет подологии не будет полным считаться, скажем так, для работы, если там не будет присутствовать профессионального аппарата по оказанию услугам подологии. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете позвонить по номеру, указанному на экране, или оставить комментарии под видео. С вами был Конев Виталий. До новых встреч и ставьте лайки!